Всем добрый день, я приветствую вас на своем канале. Наверное, уже все гости столицы, москвичи посетили канатную дорогу. Я до сих пор здесь еще не каталась, не была. И вот сегодня мы с подругой, двумя девочками, гостями из Санкт-Петербурга, пришли сюда. На кораблике мы сюда приплыли и решили выйти на Воробьевых горах, чтобы проехаться до Лужников. Я специально оставлю живой звук, не буду ставить музыку, не буду ничего рассказывать, потому что все и так понятно, все и так видно. Можете все посмотреть, послушать. И должна сказать, что те, кто приезжает в Москву, все-таки есть смысл, стоит приехать сюда и прокатиться на канатной дороге. Причем вы видите, что цены достаточно доступные. Это если в одну сторону. Ну, в обе стороны тоже, в принципе, не так дорого. Поэтому приглашаю всех на эту прогулку покататься. Боже, как страшно. Ужас. Ой, мамочка! Ой, какой ужас! Там, надеюсь, четверо можно сесть, да? Ой! Не, мы отдельно поедем. Уже отдельно поедем? Да? Сначала что-нибудь. Так, ты можешь молча, там мы снимаем видео, Юля, все. Видео. Ой, как красиво. Ой, как хорошо. Позитивно можно? Позитивно можно. Конечно, стало, мне все стало сниматься, когда ушла. Все. Хорошо, не? Сначала. Леша. Ну, давайте сфоткаемся. Улыбочку всем. Ну, вообще ничего, тогда вот сейчас над рекой, мама. Ну, тут так же, то же самое над рекой. Это если бы она тебе открытая была, ладно, там ты там, ой. Ой, если бы она была открыта, вообще было бы круто. Но да. Сюда что, не задом-то сидеть, да? Не продумано у них этот момент. Ешка? Аленушка, хватит телефон сидеть. У них какие-то трибуны, Ален, здесь какие-то, зачем-то. Ну, это мимо них проходили. А здесь, наверное, же вот эти вот. А вот это вот, они что-то просто строят, поэтому они здесь закрыли.
А здесь было еще... Нет, конкретная трибуна, Ален, что строят? Ну, здесь же эти горнолыжники нам прыгали. То есть выйти здесь можно, а сесть здесь нельзя, да? И выйти нельзя. И выйти нельзя? А куда-то через забор будет прыгать? Почему через забор? Вон, кажется, что там люди выходят. Последние, их всего три. О, ну все, поехали. Так, ну все, надо теперь зажмуриться. Ай! О боже! Нет, я не хочу это видеть. Машем в камеру. Ну и мне тоже. Хочу взять в Москву сидеть. Так, дайте я покажу по кабине, чтобы... Может, не надо, а? Ходить по кабине, пожалуйста, мамочка! Зачем я сюда пришла? Господи! Ой, господи, ой, это, наверное, скоро закончится. У меня уже спина болит, там это изгаляться, изворачиваться. Аленушка? А ты не смой, а? Подруга бы раз сняла. А подруга тут уже... Обкарушки. Жалко, полный стеклянный. Да, у нас очень жалко. Ножки с синяками. Жалко, полный стеклянный, крыша. Вообще, что она вся не стеклянная. Очень жаль, очень. Но мы уже почти проехали. Самое страшное. Не, хотя нет, середина реки. О боже, это авантюра какая-то. Чего страшного, я не пойму. Не люблю. Вот она маленькая, вот по земле так едет, едет, ну и ладно. Еще за 250 рублей, да зашибись. Еще до этого было 400 поначалу, когда только открылось. А когда она была вообще бесплатно сначала? Да, сначала была бесплатно. Ты меня хоть снимала? Нет. Зараза. Тебя девочки снимали. Что, зараза? Ты уверена в этом? Да. Я видела. Все, что ли? А никто не летел, да? Ах, мы тогда вот видели, а никто не летел, когда мы летели. Все, что ли? Да, Юля. Что ты, блин? Господи. Так, сумку не забыть. И телефон. Ну вот, на сегодня это все. Я рада была с вами пообщаться сегодня, показать вам гранатную дорогу. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Жду вас на своем канале. Всем пока-пока, до встречи. До свидания.